В течение минувшей недели в Самаркандское региональное отделение торгово-промышленной палаты поступило 25 обращений от предпринимателей. 21 из них было решено положительно. Оставшиеся 4 рассмотрел Хуким области. Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Маруканстрой» попросил практического содействия в принятии решений по строительству многоэтажного дома на улице Беруни, 117 в городе Самарканде. Интересно то, что не имея соответствующих разрешительных документов, бизнесмен вырыл котлован под фундамент многоэтажного дома. Вопрос рассмотрит в соответствии закону, после чего ему будет дана правовая оценка. Предприниматели из Пасторгомского района обратились за помощью по взысканию долгов в соответствии с решением экономического суда города Самарканда. Предпринимателю сообщили, что задолженность будет взыскана на основании решения суда. Еще один участник встречи выступил с просьбой вынести решение о праве собственности на земельный участок в массиве Тепакуль Нурабадского района для добычи горного известняка. Этот вопрос изучат специалисты. На приеме также подняты проблемы выделения кредитов и найдены решения. На встрече были выслушаны и рядовые граждане. Их просьбы связаны с выплатой государством первоначального взноса на жилье, покрытием шифером кровли дома и другим.